Открывая агропромышленную выставку, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, что все, что представлено на ярмарке, должно быть не только на столах кубанцев, на прилавках кубанских магазинов, но и за пределами благодатного Краснодарского края. Ярмарка – это отражение широкой кубанской души, отражение нашего народного гостеприимства, хлебосольного края. Сегодня агропромышленный комплекс демонстрирует уверенный рост. Всего на ярмарке свою продукцию представили около 1200 кубанских фермеров. Среди участников были и товаропроизводители из регионов Южного округа. В работе 7-й агропромышленной выставки «Кубанская ярмарка» участвовали и 18 представителей АПК «Армавира». Армавирцы ежегодно становятся участниками этого крупнейшего форума сельхозпроизводителей Юга России и достойно представляют свою продукцию. Во время осмотра выставочных стендов глава администрации края пообщался с руководителем предприятия «Элза», которое ведет свою деятельность в области производства кондитерских изделий, Ольгой Казаковой. Ольга Егоровна рассказала губернатору о планах, поделилась своим мнением о том, какая именно продукция сегодня особенно востребована. У нас спрос сейчас влияет качество и цена сейчас. Предприятие «Элза» – постоянный участник региональной агропромышленной выставки и неоднократный ее победитель. Вот и в этот раз «Элза» подтвердила свой почетный статус одного из лучших кондитерских предприятий Кубани и получила диплом за первое место в кластере «Переработка и производство продовольственных товаров и биопродукты». Когда мы готовимся к этой ярмарке, готовим свою продукцию, готовим экспозицию, мы думаем не только, как представить предприятие и достигнуть результата положительного, мы думаем о том, как нам прославить свой город, чтобы на достойном уровне выступить и чтобы не стыдно было сказать, что мы являемся армавирским предприятием кондитерским. Для нас очень важно, чтобы наш город выглядел всегда достойно, и мы достойны были его жителями и тружениками. За 5 дней работы кубанской ярмарки ее посетили более 100 тысяч человек. Это не только новый рекорд по посещаемости, но и очередное доказательство того, что продукция кубанских агропромышленников востребована и конкурентоспособна. Марина Белова, Евгений Холманских, служба информации канала РЕН-ТВ «Армавир».